В деревне Гусева гора Новосельского сельского поселения Сланцевского района состоялся очередной большой праздник фольклорной песни «Руднинский каравай», который уже успел стать традиционным. В этом году областной праздник «Руднинский каравай» посвящен рудникам земли нашей. В наших краях существует поверье, если в течение одного дня с восхода и до заката солнца посетить 7 целебных источников и спить из каждого и окропить себя их водой, а по возвращению домой привезти воду 7 источников, смешать в одном сосуде и затем 7 дней каждое утро выпивать по несколько глотков, творя при этом Божью молитву, то покинут вас все болезни и хвори, вернется хорошее настроение, вы обретете спокойствие духа и необычайную телесную красоту. Эти источники расположены в самых укромных и малопосещаемых местах Сланцевского района. Как все начиналось? В Сланцевском районе было всего 3 фольклорных коллектива – в деревне Загривье, в деревне Монастырек и в деревне Гусева гора. И назывался он «Фестиваль сельской художественной самодеятельности» или «Встреча 3 хоров». Потом начали появляться молодежные коллективы, которые стали приезжать в Сланцевский район за бесценным опытом. С тех пор фестиваль начал стремительно развиваться. В этом году на фестиваль приехали поделиться своим мастерством в исполнении русских народных песен творческие коллективы Ленинградской области из Санкт-Петербурга. На мероприятии можно было научиться плетению из бересты, сделать куклу народов Ленинградской области своими руками, а также слепить свистульку из глины. Зрители от мала до велика с большим удовольствием слушали и подпевали песни и принимали активное участие во всех мастер-классах и народных забавах.